Витя, расскажи, как тебе наша поездка в Шерегеш? Да как, отличная поездка. Руководитель тура у нас был Геннадий Мелехин, очень отличный парень, все мне понравилось. Узнал много нового, о себе. Оказывается, я могу больше, чем я знал на самом деле. Ну, учимся потихоньку кататься, пухляк, все такое, все здорово. Всем рекомендую. Как тебе Шерегеш? Слушай, отличное место, каждый день все новое. Горы, верблюды, крест, лес. Каждый день все по-разному. Ну, здорово, здорово. Что больше всего понравилось? Больше всего, природа красивая, то есть как бы катание, конечно, это вообще изумительное. То есть трассу я вообще как бы не беру, а вот внетрассовое это, ну, здорово, здорово на самом деле.